Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать в Project Zomboid. Это история рыжего. В прошлой серии мы приехали на склады в Риверсайда. Я уже тут одни сутки побыл, переночевал. Вот немножко тут зомбей подзачистил, самую малость. Ну и в этой серии будем продолжать лутать все это дело. Только нужно еще отсюда повыбивать всех зомбей. Вот с таких вот мест. Где они тут? Вот они тут. Вот они тут, вот они там. Держи. И ты держи. И вот меня вот эти ящики интересуют. Вот на задней стороне там тоже товарищи зомби стоят. Не ломай двери. Ты кто? Это выживальщики какие-то или что? И кто это такие? Хрен его знает. Выглядит как будто бы да. Давай через автолут. А, у балаклаву нашли, хорош. То, что надо на зиму. Патронтажик вот этот плечевой тоже надо бы взять. Так, и автолут можно в принципе и выключить пока что. Так, гвозди у работяги надо бы забрать. Ага. Блин, из-за дождя нифига не слышно. А, там тоже они есть, окей. Давай тогда вот как поступим. Убил да не тех, как говорится. Давайте кучкуйтесь. Патронов на всех. Ага, не хватит патронов на всех, потому что я патроны выложил. Ну, ничего страшного, как говорится. У меня есть замечательные топоры для всего этого дела. Топоры, топорики. Тем более, что топорики мне и надо качать. Так, там еще тоже работяга с маской сварочной. Надо забрать. Еще одна про запас, чтоб была. Сколько же вас будет идти, интересно. Так, сзади вроде бы... Ага. Так, вот он, работяга со сварочной маской. Давай-ка ее забираем. Так, эти что-то здесь застряли. Еще одна сварочная маска. Как было ни одной, сейчас дофига. Нормально я чуть было не влетел, да? Почему зомби могут сбить сбоку, а я нет? Почему так? Собственно, это уже не важно. Погнали смотреть, что на складах есть интересного. Так, это все мне не надо. Ящики эти будем разбирать на гвозди. Такс. Кирочка. Вот это мне пригодится под мои топоры. Мешок штукатурки еще один. Бля, может ее не брать, может ее выбросить. Потом, если уже понадобится штукатурка, то можно будет сюда и приехать за ней. Потому что, ну хрен его знает. Слишком много уж она весит. Наверное, нет. Наверное, будем выбрасывать. Не буду я штукатурку забирать. Хрен с ней, как говорится. Так, гвозди. Забирай. Что так мало гвоздей выпало, не понял. Сейчас не понял, сейчас обидно было.
Еще штукатурка. Слышишь, тут штукатурки можно будет набрать столько, что можно все стены полностью. Полностью это самое. Так, разбирай. Слышал, там и зомбя еще где-то шла. Так, лопата для снега. Бери, в хорошем состоянии, пригодится. Так, и краска. Краска мало весит. Так, там снизу кто-то шлепает по улице. Это забирай. Два ведра мне уже не надо, мне ведер там хватает. Так, ручной топорик, конечно же, бери. Пила нам не нужна. Чувак, что у тебя вкачалось? Храбрый! Я теперь храбрый. От гемофоба избавимся, когда... Когда этот будет. Железная психика. Бля, хорош. Хорош. Ну, есть и минус, как бы. Если уж так подзадуматься. Есть и минус в этом деле. Просто потому, что... Теперь паники будет меньше и... Сонливость не будет сбиваться во время боя. Уф, ну, слушайте. Маленькое достижение. Опа. Опа. Вы видите, что мы нашли? Вы видите, что мы нашли? Мега ящик. Прям как Brawl Stars, слушай. Так, ну и топорик почти до фула дочинили. Песня. Не зря я сюда приехал, столько приколюх понаходил. Забирай гвоздики. Так, коробка болтов пригодится. Это мне ничего не пригодится. Так, а тут, в этом ящике, гвозди. Еще гвозди, хорош. Слушайте, уже 6 пачек есть. Уже хватит, должно хватить на одну стенку. Так, поддоны эти ж, по-моему, тоже разбираемые, да. Что по гвоздям там? Так, гвозди есть в них. Но, блин, разбирать-то такое. Бегать по всему этому заводу. Не очень-то и хочется. Пошли на второй этаж заскочим, посмотрим, что там. Так, давай, наверное, свет включим. Так, ну тут явно ничего интересного нет. Тут просто есть выход на другую сторону завода. Подожди, это что? А, это заход на крышу, лол. Я уже было подумал. Так, вот этот вот склад меня интересует с работягой. Охраняет. Охраняет даже после смерти, по сути. Могу выразить только респект. Так, это оставляем здесь. Ты давай-ка полежи, отдохни. Сишки только заберу у тебя. Тебе они уже ни к чему, а я еще покурить успею. Так, кстати, по поводу покурить. Вот так вот делаем. И работягу пошли оттуда забирать. Это скорее уже жинка работяги какая-то. Так-с. Вот это берем, вот это берем. Вот это берем и вот это берем. Все остальное нам не надо. Так, и доски тоже мне не нужны. Есть. Гвозди забирай. Два мешка песка мне не нужно. Гвозди есть? Гвозди есть. Хорошо. Дальше смотрим. Это все мне ни к чему, и это ни к чему. И сразу же под разбор. Так-с. Еще одна малярная кисть. Пусть будет. А то вдруг та засохнет. Ха-ха. Хотя в зомбоне это невозможно. А в жизни, если вовремя не помоешь ее, засохнет как миленькая. Так, топор кавун. Хорош. Это хорошо. А еще я очень рад, что я нашел вот эти фляжки. За счет которых можно очень долго обходиться без пополнения воды. Так, и топориков мы понаходили нормально, кстати.
Еще топорик. Остальное мне явно ни к чему. Это мне ни к чему. Цемент тоже. Все остальное можно разбирать. Паничку словил. Ничего, чувак, она рано или поздно у тебя будет все реже и реже. Хотя и правда и сейчас она уже становится реже и реже. Так что нормально. Так, это разбирай дело. Гвозди давай сюда. Вот тут огромный столб. Давай его сейчас разберем. Посмотрим, что здесь есть по луту интересного. Так, вот это интересное. Это неинтересное. Еще топор. Забирай вот это остальное неинтересное. Вот это интересное. Это нет. Веревку бери. Не знаю, нахрена я их вообще собираю, эти веревки. Ну, в хозяйстве пригодится, как говорится. Так, листы металла. Краска. Ну, краска уже не влезет, правильно? Краску давай в инвентарь закинем. Так, и гвозди, и изоленты. Ой, не влазит, да? Еще одна фляга. Ну, флягу возьми. Пусть будет. Так, ну что, давай вот это сейчас разобьем. И гвозди вот эти поднимем. Так, не получилось, да? Не хватает, да? Ну, хорошо. Ну, не то чтобы хорошо, плохо, но... Может, как есть. Сейчас пойдем, кстати, перекусим. Сделаем небольшой перекусь. Перекусь в машине. Там у нас есть что покушать. Так, работяга, у тебя было там что-то интересного? Нет. Нема ничего. Есть. Такс. Давай-ка в первую очередь краску. Потом еще один топор. И вот этот топор тоже можно выложить. Он мне в принципе... Вот его можно убрать оттуда и повесить на первую ячейку в рюкзаке. Так, ну и отсюда все. Тоже следовало бы. Только давай сложим гвозди в коробку. Сюда, сюда и отсюда тоже выкладывай. Все влезло, все влезло. Так, 20.00. Стоит ли? Стоит ли? Так, тут места еще чуть-чуть осталось, ну и внутри там тоже не так уж и много. Короче, я не знаю, будем в две поездки тогда, получается, кататься. Хотя я думаю, пока я покатаюсь туда-сюда обратно, у меня уже и воскресный водитель пропадет. Уже за рулем буду достаточно много времени. Так, грустинка спала, и это хорошо. А если сейчас мы еще зайдем сюда книжку... О! Нашли прикольчик. Нашли прикольчик интересный. Так, может тут книжка будет? Книжки здесь не будет. Здесь будут журналы и радио, которое я мог бы разобрать, но я не хочу. Просто лень. Вот вы можете не поверить, но это так. Так, ножницы. Тут ничего мне не надо. Тут у нас что? Пустая комната? Комната грязи? Бывает. Такс. Побежали вдаль. А, стоп. А смысл вообще я сюда прибежал? Мне ночевать надо. Пошли в ту зомбю найдем, где она там ломится. Какое стекло. Ага. Наверное, ты отдохни вот тут, полежи просто. Так, а тут негде... Негде прилечь. Очень жаль, кстати. А что я там нашел? Ключ? Ключ? Ого, ключ нашли. Так, еще сишку скури. Грустинку мы твою собьем, не переживай. Так, ну и где будем ночевать? Снова на улице, получается. Почему бы и нет? Тут-то уже все зачищено, по сути. Давай на заднее сиденье. Вы испытываете сильную боль? Опа. Вот оно как бывает. А если мы бахнем бурбончика? Как ты на это смотришь? Как ты вот на это смотришь, родненький?
Чисто, чтобы не испытывать сильную боль. Пойдет? Тут небезопасно спать. А теперь безопасно, да? Ну да, ко мне зомби подошли. Причем, походу, и не один. Давай-ка на паузу сейчас поставим, посмотрим. Хорошо спишь, чувак. Да-да-да-да-да. Вы обязательно проломаете эти двери. И фитнес, и сила вкачались одновременно. Бля. Да ты, конечно, даешь, игра. Ты меня радуешь иногда. Такс. Ладно, шутки шутками. Пора идти долутывать все те замечательные места. А палатку, наверное, я все-таки возьму с собой как-нибудь. Может быть, не сегодня, может быть, в следующей жизни. Такс. Лист металла не оставляем. И давай вот это вот все дело смотреть. Начиная отсюда. Проволока. Пригодится. Дальше. Цемент не пригодится. Выбрасывай. Тут веревки. Здесь ничего интересного. Здесь лист металла, присадочные прутки. Присадочные прутки мне как раз таки и понадобятся в будущем, когда вкачаю газосварку. Хорошо. Гвозди забирай. Дальше смотрим. Пусто. Тут меня интересует только это. А что, гвоздей больше не будет здесь? Я бы такой, что полутал бы гвоздей, если честно. Можно, в принципе, и так, но так неинтересно. Так, семена еще нашли. Я обязательно займусь огородом. Если не сейчас, то через час, как говорится, да? Так, бери, выбрасывай и разбирай ящики. Приехала гадость на этот, на завод. Взял и поразбирал все ящики. Штукатурка мне не нужна. Наверное, не буду я заниматься штукатуркой вообще в принципе. Если мне там она и понадобится, то я не думаю, что ее прям много надо будет мне. Пошли посмотрим какие-нибудь вот такое вот. Обычная подвеска, стандартный тип. Это все. Стандартное меня мало интересует. Что в этих ящичках? Нифига, разрабы не прописали лут сюда. Классика. Прощение. Так, где-то там еще зомби ломится. Меня интересуют и волнуют только лишь ящики. Вот тут что? Это бойлерная, да? Вот, не зря мы сюда заскочили. Плюс проволоку нашли. Короче, сеток можно будет наплести максимально много. Вот, кстати, есть сварочная маска тут же. Но еще одна, прям еще одна мне не нужна. Ты это бери. Серп целый забирай. Это все выбрасывай. Я не знаю, все ли я помещения здесь залутал или нет. Да и это меня особо и не интересует, вот кроме той зомби, которая что-то у него там на спине интересное висит. Шо это такие вообще у него? Шо это у тебя такое? А, ружжо. Это коп. Коп с ружжом. Так, а вот это вот, кстати... Слушай, вот как я и говорю, что они любят за стенкой стоять и сбоку бить, а я так не могу. Почему? Я протестую по этому поводу. Так, ну отбеливатели я там уже на базе набрал, мне уже не нужны ни к чему вообще абсолютно. Вот эти вот бочки можно было бы, конечно, поразбирать, но то... Пропановую горелку надо, а я тут ее вроде как почти находил. Блин. Да и тут, в принципе, не особо-то и много чего можно поразбирать. Это такое, конечно. Так, ну что, этот заводик можно... Че, шо это такое? Помечать крестиками и ехать вот сюда. Там тоже ящиков достаточно. Мне хватит. На мой век хватит, точно. Побежали к машине. Заодно перекусим сейчас, потому что уже как бы это... Уже пора. Кстати, проволоку в проволоку можно было бы смотать, да? Да. Чуть-чуть место освободим. Давай сишку покурим.
Неприятно жарко. Ну, это тебе неприятно жарко из-за того, что ты уже надышался и отравился немножко трупычами. Ничего страшного, переживешь, как говорится. Так, вот мусорные пакеты я заберу, пожалуй. Давай, наверное, автолут включим. Бля, я надеюсь, ты там мышей этих не позабирал. Не, чисто мусорные пакеты позабирал, молодец. Умничка. Умняшечка, так. И вот этот мусорный пакет забери. Надо будет восстанавливать водоснабжение во всем Кентукки за счет вот этих мусорных пакетов. Вы не знали, а так можно. Шучу. Так, забирай. Так, это элитка. Не люблю я их. Скрепку возьми. Скрепоносная машина, да? Шутки за 200. Так, а вот сейчас гвозди... Нет, все. Пока что все. Пока что вот так. Дальше пошли смотреть, что похавать. Офигеть, я тунца набрала. Нафига столько? Можно было до Луисвилля добраться с таким количеством консерв. Так, кушай раз, кушай два, кушай три. Вот эту консервную банку сейчас надо в мусорку какую-нибудь. Вот эту, например, мусорку выбросить. И будет хорошо. Так, поехали к нижнему складу. Кувалда мне не нужна, повторяю еще раз, чтобы вы там не писали мне в комментариях: сингл, ты не забрал кувалду. Мне не надо, у меня уже есть. А ехать здесь куда-то и что-то ломать кувалдой мне не нужно. Единственное, где могла бы мне пригодиться кувалда, это в оружейках. Либо что-то на базе снести. Такс. Вот оно, это помещение. То я немножко уже перепутався. Так тоже сделаем. Пускай идут ко мне. Не тот топор. Хотя я не думаю, что прям много придет откуда-то там. Можно на перемотке постоять немножко. Вот. Вот они. В окнах торчать. Отдыхай. Оп. Сюда их. Вот эти вот склады мне больше нравятся. Это я понимаю. Это дело. Ща мы тут налутаем приколов. И приколов, и гвоздей, что хочешь, налутаем. Так, только вот так вот будем делать. О, вот это мне все надо. Вот это тоже, это сюда. Тут только это. Это выбрасывай. Это тоже выбрасывай. Шо-шо? А, замок остался. Услышали такие, да? Ну, я вам соболезную, конечно. Лучше бы вы меня не слышали. Еще этот обошел сзади, да? Лучше бы вы реально меня не услышали. То для вас это обернулось проблемой. Чиль. Все? Думаю, что да.
Таракан еще можно взять. Так, еще вот тех. Чтоб они не ломали ворота. Это будет такая своего рода сигнализация у меня. Угу. Так, давайте сюда. По парковке разбрелись. А шо толку? На что мне такое треба? В одну кучку давайте. Давайте, давайте, давайте. Андрей, даже к машине не подошли. Все? Думаю, да. Ну, почти. Думаю, да, но почти. Так, отдыхай. Ну, тебе повезло сегодня. Ты пока еще походишь, поживешь, погниешь. А вот этим нет. И вот тому нет тоже. В общем-то, как-то так. Показалось. Не показалось. Так, на улице дверь открыта, наверное, не тут за углом. Ну, почти что. Угу. Все еще залезть нельзя. Ну да, ну да. Хотя мод есть, который позволяет это все дело делать. Но я не ставил. Но, по сути, можно базу здесь на крыше сделать и вообще не париться никогда. Так, листки забирай. Блин, ну мне места не хватит. Что-то надо, блин, думать по всему этому поводу. А вот, кстати, сейчас мы и... Вот сейчас мы, кстати, и проверим. Сварочную маску сейчас возьму на улице там у работяги. Буст ведь у меня на газосварку есть. Есть. Так что сейчас мы кое-что сделаем. Попробуем починить прицеп, и там появится больше места. Но для этого нужно немножко подкачаться. Откуда ты пришел? Там дверей нема. Ну ладно. Чего страшного. Так, тут пусто и тут пусто. Хорошо. Вот он тут был где-то. Давай-ка, надевай-ка. О, кстати, маску эту можно повесить на рюкзак. Разбирай раз, разбирай два, разбирай три. Че ты паническую атаку словил? Варить не нравится? Так, подожди. Ну, блин, газосварка долго будет качаться, наверное. Фиг его знает. Ладно, сейчас посмотрим. Вот эти темки тоже будем разбирать. Не, по-моему, тоже там нормально опыта дают. Да, нормально опыта дают. Бутылка отбеливателя скидывай. Вот это скидывай. И вот это скидывай. Разбирай. А что ты разобрал, слышишь? Голова. А, я понял. Здесь разрабы два штуки поставили, два стеллажа. Ну, мне и лучше, как говорится. Мне же это и лучше. Так, вот это тоже разбирай. Вот эти ящики сейчас тоже поразбираем. Блин, я надеюсь, что мне хватит пропана. Так, эта сидишка меня не интересует. Разбирай. Другую бери. Ну, думаю, что посмотрим, как говорится. Если что, еще пропан поищем.
Думаю, до второго... А хотя подожди, слышишь? Хотя подожди, пошли посмотрим, что там нам надо, чтобы починить. Какой уровень. Если третий, то это, конечно, беда. Ну, багажник прицепа. Починить листом металла. Газосварка третья нужна. F, как говорится. Можно херней не заниматься, в общем. Не продолжаем это мы дело делать. Выкладывай. Уже на базе подкачаемся. А, тут места не хватает. Вообще замечательно. Выкладывай херню вот эту. Очки авиатора надевай обратно. Вот эта маска мне точно не понадобится. Пропановую горелку пустую сюда давай. Топор в обе руки. Это все выкладывай сюда, что влезет. И на второе сиденье то же самое. Такс, ну и что, в принципе, можно на сегодня и подзакончить, потому что уже как бы серия подзатянулась. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.